Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. Я надеюсь, вы не видите ничего личного. В общем-то, очередной обзор, ноябрь, 8 ноября, ивенты, все дела. Нам дали Сейдж, Наруто, короче, Санин 6 путей. Слушайте, он выглядит довольно неплохо, может попробовать посмотреть Наруто? Потому что я его так и не досмотрел до тех моментов, где он стал вот этим вот мудрецом шести путей и так далее. И как он там с папашей всех разъебывал. Что-то там. Или папаша ему там разъебывал очко, я не знаю, чем они там занимались. Ну, я ж не смотрел, собственно. Значит, новые скиллброки для Чозы и для Мэй. Ну, Чозу, блин, скиллброки для Мэй, вы серьезно? Ну, то есть... Не знаю, какие там скиллброки у нее, конечно, будут. Но, если честно, фрагментов найти на эти скиллброки будет довольно-таки сложно. Я не знаю, они бы устроили, короче, магазин, где бы можно было там хотя бы уже за купоны, как в русскоязычной версии, покупать все эти книжки. То есть, для книжки для Мэй, я уверен, кто-то бы по 300 купонов, например, купил бы вполне себе. То есть, она, наверное, может еще... быть довольно хорошим ниндзей. Особенно если использовать на какой-нибудь арене. Чозу, кстати, вот это хорошая штука. Как бы Чозу его можно покупать фрагменты, насколько я помню, довольно дешево. Плюс еще его нам дают и в сурвайвале, и где угодно. Другое дело, что он сам по себе ниндзя не очень крутой. Но вот если вдруг у Чозы в скиллброках будет неуязвимость к дебафам, то тогда его можно как Роши использовать. То есть он станет неплохим танком. Его недостаток в том, что он, конечно, лечится от того, что его лечат. То есть он усиливается от того, что его лечат. И лечится от того, что чакру восстанавливает, по-моему. Ну, короче, он неплохо танкует. Единственный недостаток, все его танкование контрится тем, что если его поджигают. То есть его подожгли, все, ему пизда. То би пизда, как говорится, Чоза. Если его подожгли, вот это его недостаток. Ну и плюс, как бы, этого ж ниндзю дают нам за месяц, поэтому, собственно, будет на что все эти фрагменты потратить. Значит, Weakly Strong Ninja, Conan Angel of God, Naruto Sage of the Six Paths. Ну, этого чувака, я думаю, у нас нет шансов получить, разве что его за речажинг за какой-то можно, наверное, будет получить. Я жду не дождусь, хотя не так уж и жду, наверное, уже. В общем... Хотел сказать, я жду не дождусь, пока нам этот Джинчурики Трежи добавят. Но, в общем-то, что я хочу сказать. Вот этот ивент, арена 3 на 3, оказался не таким уж и крутым. То есть я вот сегодня, например, не смог ни одной победы там получить. В чем проблема? Проблема в том, что там, короче, нету рангов. То есть сколько раз бы ты не проигрывал в этом ивенте, то есть ты вот воюешь, ты можешь 12 боев проиграть, то есть, и, собственно, проиграть их. То есть, и тебе никто не даст такого соперника, который будет слабеньким, чтобы ты его мог победить. Вот в чем, собственно, проблема новой арены 3 на 3. Другое дело, что как бы ты можешь чисто за 3 боя получать какую-то награду на этой арене, но как бы это не самая крутая награда. То есть за 3 боя нам дают 3 пака, по-моему, или 6 паков, не помню. Опять же, там сильвер-коины какие-то дают, но победы все-таки нужны. И причем не убийство ниндзя, я понимаю, если бы еще за убитых ниндзя нам что-то давали. Но, в общем-то, это дерьмовый ивент, говорю вам сразу. Дело в том, что вначале в этом ивенте участвовали слабенькие игроки, но после слабенькие игроки перестали в нем участвовать. Не знаю почему. Видимо, просто не захотели довольствоваться наградами за 3 боя. И, в общем-то, остались всякие пидорасы с мадарами. А пидорасов с мадарами я не люблю, короче. Ну, вы понимаете. Шисуи будет опять, было бы неплохо его, наверное, получить, хотя не то, чтобы мне нужно. Ну, то есть, если он мне просто с бесплатки выпадет, я буду рад. Но, с другой стороны, ролить его за купоны я не собираюсь. Мадара Файвкаге Саммит очередной раз, блин, ну, как-то он мне
его, конечно, используют, но как-то он мне не нравится, опять же, как и Masked Man. Хотя, ну, я его уже обозрел, то есть, если бы я его не обозрел, то я бы, может быть, его хотел бы купить, но так нет, спасибо. Значит, New Function Added, Level 260 of Single Ninja Exam. Значит, уровень 260 и, короче, новый Equipment Upgrade, прета. И это очень хорошо. Почему? Потому что у меня до сих пор не пройдены даже, короче, там какие-то предыдущие экзамены. То есть я смогу сразу по 3 инструмента получать при прохождении ниндзя экзамена. Естественно, его при этом надо пройти, а мне лень, и вообще там нужно особые команды подбирать. Ну, короче, это еще в будущем у меня, в далеком, возможно, несбыточном. Возможно, я сдохну перед тем, как пройду 260-й ниндзя-экзамен. Но это не так критично, потому что я сохраняю опыт, и вы поняли. Значит, Shinobi Fist, Recharge Rewards. Ну, Shinobi Fist стандартный, тут есть донатная часть и недонатная часть. Значит, Shinobi Arena Training, Ninja Skill Books. Нам, то есть, будут давать книжки для ниндзя. Я надеюсь, дадут книжки для Мэй. Вот я очень надеюсь, что вот сюда дадут нам книжки для Мэй. Потому что иначе, как бы, где их вообще достать, эти книжки для Мэй? Значит, ну, прикол в том, что, типа, здесь можно свитки получить, вот, книжки получить и еще некоторые ништяки. Поэтому проходите арена тренинг, проходите ее в арене, собственно, в обычной. Lucky Stars View. Здесь, скорее всего, будет Шисуй. И, в общем-то, неплохой ивент, ну, хотя, сами смотрите, насколько он будет выгодным. Миссия Ungeneral Mobilization. Не самый лучший ивент, но и не сказал бы, что он так уж плох. Поэтому, собственно, проходите каждый день, шлите от своего мульта своему основному аккаунту задания и выполняйте их. Ну или же пусть друзья присылают, ну как хотите. Recruitment Feedback. У нас тут, обратите внимание, какие трежеры используются. То есть 5-каги и был, но вместо Jinchuriki One Treasure у нас тут Tenda Treasure. Кроме того, нам дают специальные, короче, Steel Scroll'ы, которые используются только в Tenda Treasure. Я так понял, их по дешевке нам будут давать. Не знаю зачем, типа, чтобы Tenda кто-то получил или Хашираму. Ну, я бы Хашираму, может быть, и хотел, но, правда, я его уже обозрел. Вот в чем проблема вся. Значит, так, Seal Scroll, Tenda Treasure, View BRZ, 0 After End Events. Короче, вот видите, Seal Scroll, Tenda Treasure. Ну, это особая такая вот фигня. Значит, Battle Armor Rebate. Не забывайте прокачивать броню. Значит, Fukurokumaru Deals. Вот здесь вот, скорее всего, будет наш Наруто Курама за 40 тысяч инготов. Вот будет прикольно, если я за 40 тысяч купонов или 40 тысяч инготов здесь как раз его и будут давать. Ну, или здесь, собственно, за донат. А скорее всего, будет, короче, частично Наруто будет здесь находиться. То есть за 40 тысяч купонов ты, например, 15 фрагментов сможешь его получить. А все остальные фрагменты из 80, ну сколько там, 65 фрагментов, ты сможешь только за инготы вот здесь вот получить. То есть ты должен получить и 40 тысяч, потратить и 40 тысяч купонов, и еще и инготов потратить. Вот это будет прикольно вообще. Я буду рад за донатеров, несомненно, в таком случае. One Ingot Sales. Тут тоже что-то будет, несомненно, давать. Ну, это, короче, донатный ивент, поэтому мы его не рассматриваем. Konoha's Puzzle. Говняный ивент. Fateful Choice. Давно этого ивента не видели. Здесь, короче, Masked Man и Минато Джанин. Ну, так себе. Как бы уже в Treasure of the Sage гораздо лучше всякие ништяки. Ну, то есть, они тоже с 30% скидкой можно там купить и Masked Man, и Минато Джанина. То есть не обязательно использовать Fateful Choice для этого. Ну, сами смотрите. Fishing Mania, тоже давно этого не было. Не знаю, здесь будет бабуля Чио продаваться или нет. Но так или иначе, бабулю Чио я тоже уже давно обозрел, поэтому мне пофигу на нее.
Вот, в общем-то, и такие вот штуки у нас. Вот, Мегафулгике, что-то там. Ну, отлично, блин, спасибо, что опубликовали. Вау! О, Наруто Сикспас, у него, короче, на аватарке такой. I hope Madara 5-Kage is redeemable in one of event above. Так, браво! А кто это вообще такой? Какое-то знакомое, короче, анимешное лицо. Слушайте, я хочу посмотреть аниме, но не знаю, какое аниме мне посмотреть. Чё-то я пытался некоторые аниме смотреть, но как-то они меня не вштыривают. Напишите, какие вы аниме знаете, которые бы мне посоветовали, которые вштыривают. Не предлагайте Врата Штайнера, откуда вот эта вот девочка-курица. Только непонятно, откуда у нее ушки взялись. Это ж Курису или нет? Курису, хуису, нафиг. Сикспас Наруто, what? А, вот, кстати, вот этот товарищ, это, по-моему, как раз Ануфриев, короче. Летсплейщик с Ютуба пишет. Why chose the NMA skill breaks? Там, короче, что-то Германи. Ну, не будем читать, он... Лучше бы он, короче, переводил свои вот эти вот штуки. Давайте переведем его в Google Translate. Эй, повторить попытку. Почему Чоза, я имею в виду, я знаю почему, потому что они были добавлены в Германии, но почему? Там еще много ниндзя, которые намного легче получить, и до сих пор не получили навыков, подобных парню. И вы можете добавить... А, Гай, наверное, парень, это же Гай. Гай перевело как парень. Экспериментов с навыками. Да, кстати, он прав. То есть есть куча ниндзя, которых вот Пейном скиллброки пусть добавят. Вот реально, Пейны со скиллброками будут вполне себе крутыми, если они вообще есть у них скиллброки эти. Но тем не менее, то есть, как бы, ну, Чоза, допустим, его фрагменты можно получить. Ну, насчет Чозы ты не прав. Чозу, во-первых, нам его 80 фрагментов дают в скором времени. Во-вторых, как бы Чозу дают еще в Survival Trial, и вообще его дают везде, где только могут что-либо давать. И в рот дают, и в жопу дают, и вообще во все дают. Ворота, ворота, фрагментов радости. Чё за блин? Бред. Force nonsense, no. Так. О, прикольно анимированный смайлик. Сикспас на руку, это Hope he is 20k ninja. Ну, конечно, чувак. Конечно, 20k ninja. Короче, понятно. Понятно. То есть вы только можете получить его фрагменты. Can we have Sasuke Rinnegan as well? Уже Саски Риниган ищут. Ну вы задолбали, слушайте, почему они так быстро выводят новых ниндзя? Короче, такое чувство, что типа кто кого передонатит. То есть фактически это ж магазин каких-то вот этих вот пикселей, где, короче, донатели соревнуются, кто быстрее получит всех ниндзя. Кстати, если кто-то из донатеров меня смотрит, и у вас есть какие-то крутые ниндзя, то дайте мне их на обзор, я хотел бы, короче, у меня ж нету, я ж фри-ту-плейщик, я бы с удовольствием на вашем аккаунте, типа, и обозрел ниндзю какого-то крутого, ну, которого я еще не обозревал. И, возможно, попытался бы поиграть, хотя бы посмотрел, как они действуют, имеют ли они какие-то великие преимущества над обычными и так далее. Хотя донатеры сейчас свои YouTube-каналы заводят, поэтому пофигу. Уже как бы не дадут 100%. Ай-яй-яй, не дадут, ой, плохие донатеры, ужас. I'm broke, I can't buy him. Naruto Sage of Six Pass, nice. Так, sure added to the game, but not now, in the future. А, типа он про Саски Риниган. Ой, задолбали со своими Саски Риниганами, блин. Не знаю, ну, если бы Саски Риниган
продавали за эти, за купоны, я бы, может быть, его и купил, слушайте. Это было бы, наверное, прикольно. Keep dreaming, buddy. Till last second. Yes, this is exactly what I wanted the week. Короче, там... Kurama Naruto, yes, six pass Naruto comes now. Too fast to my liking. Короче, слишком быстро добавляют ниндзя. This means that you had to drop one Cassius to get his first 10 frags. Чё-то фигня. Are you saying that every free-to-play here asking for him in rebate got 1500 seal scrolls ready for him? Кстати, я вот думаю, может быть не Итачи заролить? Итачи Сусана. Потому что, как бы, у меня есть свитки, и как бы новых трежеров не выпускают, и у меня есть уже половину фрагментов Итачи Сусана. Да. Или не половину, или четверть, не помню. Ну, в общем, так как-то медленно Итачи Сусана у нас появляется. I'm free to play, saving mods over mods for him. So taking for myself. Another ingots ninja. Абсолютно согласен. Да, короче, Fateful Choice это старый ивент. Fishing Mania тоже говняный. Короче, джинчурики убрали, джинчурики один из ребейта. Но если честно, нужно новый трежер ставить и все. То есть вообще нужно выпускать новые трежеры, чтобы там... Хотя, если честно, мы же так можем с ивентов, короче, получать фрагменты этих... Это джинчуриков, поэтому пофигу. Так, speak yourself, unbound, 600, что-то там. Какой ниндзя Фукурокумару сдился? Да, могли бы сказать, какой там ниндзя. We got six pass Naruto, bad news. He's likely in recruitment feedback for a lot of seals, and we had been given a lot of seals rebates recently. Стоп, так он что, за свитки что ли идет? Это странно. Way too fast. Так, чё? Смотрите, это, короче, МГУ. Москва ёбаная. Почему эти чуваки, короче, русня здесь пишет по-английски? Эй, вы, хамелеоны, оборотни в погонах. Кремлеботы добрались, дают до этого. До английского Наруто онлайн. Вот, я понимаю теперь, кто, короче, мне постоянно игру портит. Вот они там везде засели, короче, и за мной охотятся. Говнюки. No, please, Лази, stop, I don't have enough coupons for him. Так чё, ты не хочешь, чтобы все донатеры обзавелись этим ниндзя? Они все равно не могут одновременно поставить всех своих крутых ниндзя. Поэтому, как бы, не знаю, на самом-то деле это как-то странно. То есть, в действительности, да, для того, чтобы вытягивать бабосы, они много бабосов таким образом могут из донатеров вытянуть. То есть, реально, и как бы фри-ту-плейщикам это как бы по барабану. Что так бы донатер донатил, что так он донатит. То есть, эта игра, она прикольная, что ты как бы только 4 ниндзя одновременно можешь использовать. И то есть то, что донатер покупает новых ниндзя, может он меньше донатит в мощь, и тогда ты будешь, короче, менее битым этим самым донатером. Поэтому я не против этого. Но с другой стороны, все же хотелось бы хотя бы обозреть, посмотреть на данного ниндзя. Карайо. Эдо Хан, Эдо Утаката и The New Jinchuriki Treasures First. Да, на самом-то деле, Эдо Джинчуриков дают нам же за ивент, к счастью. Ну, другое дело, что этот ивент хрен пройдешь, там постоянно тебя убивают.
Так, yep, we need more breakthroughs and we finally need experiments. Slow down on new ninjas and suit print system shops that we are still missing. Так, что-то там. Что это такое? How much coupons in got this price? I think he will be in lucky star, but in redeemable section, not in RNG section. Короче, он несчастливый, этот Наруто. То есть его нельзя получить случайно, его можно только, типа, за кучу лаки звездочек получить. Если вообще можно. Please, can you just add some more skill experiments each week? Короче, скиллброки просят. Make Shisui as redeemable, not in Fuku deals. Да. Я думаю, он там и будет. Короче, чё тут фигня? If 1500 rebate, I can go 1000 and earn 50 frags. Then, but the other 30. Чё-то там. Короче, такая вот фигня. Что я могу сказать про ивенты и вообще про обновления? Ну, что я могу про это сказать? Ну, ни холодно, ни жарко. Скиллброки, конечно, это хорошо. Ну вот, ну я не буду использовать ни Чозу, ни Мэй. Это не топовые ниндзя, их никто не использует. А со скиллброками, ну разве что у Чозы есть скиллброк на то, чтобы его сделать иммунным к дебафам. Тогда можно его попробовать с водой использовать, иначе никак вообще. Мэй, на ее скиллброке, как бы, если ее книжки с ее скиллброками нам дадут, то в таком случае как бы ее можно будет использовать. Если же дадут скиллброки на Чозу, то вы понимаете, Мэй, ее скиллброки недоступны для фри-ту-плейщика принципиально. Обновление вот этого вот экзамена, ну, для обычного игрока, который не сейвит опыт, для него это как бы пофигу. То есть, ну, хорошо точнее. То есть хорошо, немного новой мощи можно добыть и так далее и тому подобное. Но для меня лично пофигу, потому что я не прохожу вот эти вот ниндзя-экзамены. Я сохраняю типа опыт. Значит, здесь Шиноби тренинг, прикольно, со скиллброками. Значит, Mission General Mobilization, хороший ивент относительно, конечно же. Rebate, неплохо, Фукурокумарус Диус. Ну, дело в том, что как бы здесь нету особо ивентов, там лакиборда нету подобного там ивента. Поэтому не сказал бы, что это очень круто. Ну и вот эти вот все ивенты, они устаревшие и нафиг никому не нужны. Поэтому неделя, ну, чуть ниже среднего, хотя не сказал бы, что она трешовая. Бывали недельки и похуже. А на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, всем до свидания.